О, полиция. Вот стоит столько общается. День добрий, поліція. Державна поліція Кривоноса. Передіть державний номерний знак ваш. Чи він не передбачений конструкцією транспортного засобу? Ізвіньте, а ви хто? Поліцейський сектор реагування патрульної поліції Кривоноса. Сергій, сержант поліції Кривоноса. Можна номер вашого жетону? Можна. 011-5259. Ага. Так точно. И ваше удостоверение, если можно. Можно. Угу, угу. Кривонос, Антон, не обманули. А вы полицейский? Полицейский сектор реагирования патрульной полиции. До 20-23. Да, до 23-го, если надо. От Рождества понять. Христова. Я понял, да. Так. Что вы хотели сказать по поводу номерного знака? То, что вы отсутствие попереду, ваш державный номерный. Вы серьезно? А ну идемте посмотрим. Мать честная. Смыло. Ну, все может быть, а? Ёбушки-воробушки. Как так? Что будем делать? Антон, как вас получится? Сергеевич. Сергеевич, что будем делать? Я ж зупинил вас. Где державный номерный знак? Где державный номер? Не можно перепроверить? Где державный номерный знак? Я вообще пассажир, сижу, в носу ковыряюсь, как бы. Шановний водитель, не можете відповісти на питання державний номерний знак? Где этот номер? Вот я всех спрашиваю. Державний номерний знак. Спереду транспорта, попереду вашого транспортного засобу. Я просто еду по Блаблакару в Сум, в Харьков. Я ж питаю. Я с ним разговаривал, понял, да это, и скажи, до... Боярки, я с ним еще разговаривал, потом понял, что он неадекватный. Не разговаривай, я с вами вообще, водить. Я с ним разговариваю, трушу ему, трушу, понял, а он молчит. Думаю, мало ли, знаешь, всякое бывает. Разумею. Шановный водитель, вы не можете везти? Нет, ты будешь выходить или нет? Я же его не просил. Я просто, мало ли. Я запитываю, где державный номерный знак? Державный номерный знак? Попереду рамка відсутня сам державний номерний знак. Много пчел собрал, пчели. Так точно. Цілий улик. Так. Да. Ви не можете відповісти мені? Ми двоє десь втратили під час руху вашого транспортного засобу. А ззаді є там що-небудь? Самец. Самец. А это какая-то версия GT гибрид. Ну, какая-то. Да, я понял. Додж, я понял. Да. Попал водила. Керуючись статтею 22, я вас звільняю від адміністративної відповідальності і виношу вам усне попередження. А що ти навісно? Я в шокі сам. Я сам. Те, що у вас відсутній державний номерний знак. Якщо ви його втратили, будь ласка, зверніться до сервісного центру МВС і отримайте. Вони не працюють. Ну, коли відкриються, коли закінчиться? Ніколи вже не відкриється. Зараз буде, це був COVID-19, зараз буде COVID-21, тому ніколи вони вже не відкриються. Там є електронна черга, можна записатися, звернутися, державний номерний знак можна поставити. Я 4 дні ставив машину, навчив. Вот все время он мне что-то показывает, я вообще не пойму, что он хочет. Можно на что-то дергает где-то, я не знаю. А потом, знаете, вот эти записки пишет владельцам, понял? И они ему скидывают по 250 гривен. Шановний водій, опа. Можете пояснити? При свидетелях, между прочим. Ну, если что, я свидетель, да. Фіксує. Конечно, все на відеокамеру.
Где ты их наворовал, а? Шановный водитель. Находятся у вас багажник. Ну, какие вы продемонстрировали? Вот сами мои вещи, я забрал, если что. Ну, можем его вязать. Можем его поломать полностью. Он стрёмный какой-то, серьезно говорю. И я рука у него, команды. Посмотрите, одна сгорела. Ну, посмотрите, одна сгорела. Это водийский загар. А, водийский загар. Правая сторона, солнце снизу, чтобы зараз тепло. Сами разумеете. Шановный водитель, видно пункт управления 24, правда, на сайте, будь ласка, водительское посвящение указано в пункте правил 2.1 и 2.1.2. Угу. Водительское, если просто вы трассу на данный транспорт. Я предлагаю его сразу в райотдел. Он проверяет, наверное, дождь будет или нет. Серьезно, если он такой. Наверное, может он. На данный момент. Что-то на сердце показывает. Он злой. Он злой пока. Что-то не подходит. Ходить надо это закрывать. Вот это поворот. Продержавный номерный знак я вас попередил. Пожалуйста, зверніться до сервісного центру. Якщо ми тянули, якщо ви його втратили, попереду у вас транспорт. Ви це розумієте? Ви мене розумієте, ви мене чуєте? Ви мене не чуєте? Подозрительний дібочок. Может, ты здесь оперативно? Может, здесь оперативно? Вы відмовляєтесь надавати. Мало ли. Відмовляєтесь? Я на камеру бантиком кивнул своим. Я ж не розумію його жити. Ага. Він робить? Вин-код. Вин-код, нет? Сейчас глянем. Ну, я такого еще не видел, конечно, GTI, гибрид, Dodge. Но у вас такого еще не было, да? Ну, самца, когда ты... Разные Разные самцы были, да? Скажите, а вы еще, это, Сумская область уже или еще нет? Или Полтавская уже? Сумская конечно. Ну, я просто... Ахтырский район. Ага. Топографический покретинизм у меня просто. Угу. Сейчас займутся. Если вам нужна будет помощь, на меня можете не рассчитывать. У меня вообще без оружия, я вот такой добрый человек. Думаете? Да, я понял, что ты готов, да. А можешь сказать обрывал? Обрывал. Москашвея. Москашвея. Ладно. Сейчас там, я так понимаю, какие-то идут разговоры в плане, что делать. Я долго буду ждать. Сейчас разбираемся. Ну вызывайте следственную оперативную группу. Что там разбираться? Разбираемся сейчас. Что вы разберетесь? Ну мне долго ждать или что? Вы не надали водительское посвящение. А что я тебе еще должен отдать? На вимогу працівника. На якого працівника? Кто ты? Инспектор СРПП, старший дом полиции Сахно. Иван Пупкин. Я обращаюсь, шановні водії, не заговорили. Я вас попередив про державний номерний знак. Статті 22 я вас звільнюю до адміністративної відповідальності на даний момент, так як по малозначності прийнято. Далі, визивайте слідчу на оперативну групу.
ви бажаєте слідчу оперативну групу? Ну ви ж, мабуть, бажаєте, ви ж хотіте узнати. Я вас попередив про державний номерний знак, у мене на даний час повідомлення. Я перед вами вибачаюсь. Подождите, во-первых, я... Ні, я вас попередив. Ти що ви мені... Послушайте, ні, я вам просто, я вам ще раз об'ясняю. Іншого транспортного засобу. З якого іншого засобу? А може я вор? Можливо, у вас... Також є інші транспортні засоби. Ну, це ви вже слідство буде розбиратися. Ну, можливо, ви... у вас є оборот транспортних засобів. Можна ваше службове посвідчення? Я ж пред'являв. Кому? Вам. Я його прочитав? Читай. Я його зафіксував. Він ніде не сказано, що його можна фіксувати. Зачитую, зачитую 34-ю статтю. Слушай, давайте ви один говорите, потім я говорю. Смотрите. Не кричіть, будь ласка, давайте. Ну давайте ви будете виконувати норму закону і не дергати мені своєю ID-картою. Я не дергаю перед вами ID-картою. Кривонос Антон Сергійович, поліцейський. А звання я маю в виду, хто ви? Поліцейський, в мене тут вказано тільки посада. Понятно, ваше службове посвідчення. В нього так тут вказано тільки посада. Я розумію. Те, чим нас забезпечили, те у нас і є. Сахно... Отойдіть. Сахно Віталій Володимирович, інспектор. Я маю в виду, що тут повинно как бы напише там. Ми це розуміємо. Ми також це переглядали відеозаписи і ролики з даним повідомленням. Я не можу вам відповісти. Тепер смотрите. Ну, на даний момент не можу я вам відповісти. Об'ясняю вам. Чому мене забезпечили саме так? Об'ясняю вам. Ви мене зупинили по 29В. Так? Так. Розгляд справи ви почали? Я не розпочинав його. А як я вам можу тоді пред'явити на вимогу вам своє водійське посвідчення 2.1.2.4? Розгляд справи я не починав, я гляну ваш транспортний засіб. Да. Я вам говорю, він в розіску. Це двойник. Двойник? Ви самі це говорите, що це двойник. Двойник. Стверджуєте? Да, я стверджую. Візьміть у мене відео, у нього візьмете відео. Визивайте слідчо-оперативну групу. Яке відео я візьму у вас? Яке візьму у знайомого? То, що я говорю, що це двойник. Це двійник. Да, там ні ВІН-кода ні. Капот. Для перевірки, якщо ВІН-коду. В рамках чинного законодавства. Звісно, відкрою. Хто ви? Я ж вам не говорю, що я його не відкрою. В рамках чинного законодавства. Я ж вам теж не... Хорошо. 31-я стаття закону о поліції, часть 2. Ознакомьте мене со всеми НПА, на основании которых я вам должен открыть капот. Если вы будете мне ссылаться на 34-ю статью закона о полиции, пожалуйста. Поверхнева перевірка. Провіряйте. Поверхнева перевірка. Я вас 2695. Вам говорить о чому-небудь? Я на даний момент. Ну, якщо ви говорите мені про це, є 34-та стаття. 34. Поверхнева перевірка. Провіряйте. Попрошу вас. Я вам даю доступ. У мене була змога. Я вам должен дать доступ. Я вам не обязан пойти там щелкнуть, открыть. Я вашим транспортным засобом також цього не можу зробити. В смысле? Смотрите. Смотрите. Открыть капот? Попробуйте. Я не могу открывать капот. Я могу попробовать. Попробуйте. Один уже номера пытался снять. Ну. Не, вы. Я этого не могу. Вы на мои слова ничего не это. Я не надо. На ваши слова. Забейте на них. Вы должны выполнить четко. И ясно, в жесткой форме, вплоть до задержания, там, эвакуации транзасоба, вот так как он находится в зоне действия знака 334. Раз. А? Где вы зупинилися после зупинки? А где вы меня зупинили? Мы остановились. Своим леденцем. Ви могли зупинитись, як пише пункт право 2.4. Согласно 2.4? 2.4, ти розумієш? 2.4 – це перевірка документів. Да. Не перевірка документів, це те, що водій повинен надати після зупинки транспортного засобу. Так, да. А зупиниться де? Де це прописано? 2, 1, без порушень правил дорожнього руху. Я нарушаю в зоні дійсня знака 334, так? Так, точно. А тепер йдіть сюди. Дорожній знак? Ну, нормально. Я так. Вам зараз другое покажу. Вы видите автомобиль 0946? Так точно. А теперь скажите, пожалуйста. Я обращаюсь. Да, руководство звонит. Да. Конечно. Общайтесь, конечно. Скажите, уже вскрылся. Ничего. Общаюсь. Ну скажите, лоханулся. Все, лоханулся. Ну, не того остановил.
не в том. Скажите, не в том дело, скажите того, пожалуйста, сколько метров на данный момент... Въезду-выезду, прилегла территория. Конечно. 10 метров. Как вы это зафиксируете? Можете мне предъявить это? Въезд-выезд начинается звідки? С початку дороги. С початку дороги? Бордюр. А вы ГОСТы читали, вы их открывали. Вы открывали, где начинается? От закругления начинается. Понимаете? Визуально... Вы можете не орать. Теперь давайте, смотрите. Был написаний рапорт. Смотрите. Рапорт был написаний про те, что дорожний знак не відповідає. Он именно реально уродливый. Написаний был рапорт по знаку 334. Да я вам могу сказать, если я сделаю запрос, у вас ни одного рапорта не будет на данной улице написано. По дорожнему? Второй момент. У вас есть нарушение. 10 метров от перекрестка. Есть тут 10 метров? Рулетка есть? Рулетка есть. Если тут нету, я извиняюсь перед вами. Все, даю. Вы тогда рассматриваете дело, вменяйте мне знак 334, 29В. Все, что пожелаете, вы это сделаете. Все. За резину, то, что у меня лысая резина. Там целый букет. Это будет шанс у вас. Именно реальный шанс. Вы просто будете красавчиком. Я перед собой, як ішов в поліцію, не ставив жахнуть, як ви називаєте. Я бажаю, щоб у нас люди соблюдали правила дорожнього движення, дотримувалися їх і виконували. Те, що у вас був відсутній державний номерний знак попереду, я вас і зупинив. Я вас не зупинив по другій якійсь причині. Там лиса резина, яку ми називаємо. А це вже ви в процесі, розслідування діла. Ви ж говорили, будь ласка, дайте я скажу. Обтікай. Я вас зупинив за державний номерний знак. Так. Тільки за це. Щоб він був. Яка стаття? 121, часть 6. Все. Там по малозначності вона не проходить. Да. Проходить. Там штраф. А я говорю, не проходить. Там, ви читали КУПАП, відкривали 22-ю. Я можу виносити. Да что вы говорите? А 284-я статья КУПАПа вам о чем-то говорит? Говорит. О чем она говорит? Зачем ты? Реально актер? Ну вообще ни о чем. Серьезно. Но я оперирую цифрами. Какими это цифрами вообще? 284, 121, 546. 284-я, уважаемый инспектор. Это полицейский. Я не инспектор. Полицейский. Посада не та, я вибачаюсь. Скажите, пожалуйста, вы здесь стоите для чего? Чтобы жахнуть, кто проедет у нас на желтый мигающий? Нет. Или на желтый? А я говорю, да. Вы думаете, мы еще просто... Как вы думаете, мы тут просто оказались? Вот ехали мы вот чисто, вот мы просто отъехали, я да? В суммах не было. Не, не вынесено постановление за то, что желтый... А если я сделаю запрос? Сделайте запрос и подивите, за что... Опа, моргает. Оп. Знаете, кто водитель данного транспорта засуха? Я. Блин. Почему вы припарковались ближе 10 метров? Давайте подъемся. Есть рулетка у вас? Давайте замерим. Я извинюсь, я на мужика говорю. Я извинюсь. Ой. Я говорю, я извинюсь. Ты мне, кстати, видео дашь сначала. Здравствуйте, уважаемый инспектор. Можете представиться? Ну, полицейский инспектор. Старший единичный офицер полиции. А можете представиться? Конечно, могу сюжет. Будьте так любезны. Обязательно сюжет. Еще 18 статью никто не отменял. Пожалуйста. Почтарев Олександр Володимирович, старший дальнейший офицер. А что вы не на своем дастере? А я рабочий день закончился, я ждусь на командном машине. Рабочий день закончился, подождите. Все, ребята, на машине патрулируют. Ну, умовна лінія. Все. Друзі, якщо ви не розумієте, що ми робимо, ми проводимо соцексперимент по поводу того, що даний дастер припаркований ближче 10 метрів, чи ні. Вот ты орешь. Я вибачаюсь, вона закінчилась. Тут
30 метров. 30 метров. А теперь скажите мне, пожалуйста, данный прибор сертификацию прошел? Мне его выдали. Смотрите. Я ним користуюсь. Уважаемый инспектор, смотрите, полицейский, хорошо. Я вам на каждый аргумент буду задавать вопрос. Потому что... Она не лазерная, она сертификацию не проходит. Лазерная. Она измерительный прибор. Измерительный. Она измеряет длину, там, ширину. Да. Скажите, пожалуйста, на каждый прибор должен быть... Вы мне говорили, если будет 10 метров. Я извиняюсь, да, тут действительно нету... Конечно, тут больше 10 метров. Больше 10 метров. Все, я извиняюсь, я был неправ. Все. Все, у меня его нету, я же вам сказал изначально. Представьтесь. Вы мне говорили, надо сте... Бойченко Виталий Юрьевич. Перевірити все. Бойченко Віталій Юрійович. Я на вашу вимогу продемонстрував, да, що є рулетка. Так, да, ну только вона не сертифікована. А ні, не треба говорити, це вже второе. Ні. Вона должна бути, понимаете. Я не повинен сертифікувати. Подождите, драгер. Когда драгер? У нього є повірка, все. Вам видали жетон, у нього є определенний серійний номер. Вам видали табельне оружие. Зброю. Все, да. Все, да. Те, що в мене... Кроме жезла. Да, могу. Жезл видали. Прибор. Ви не поняли, он неизмерительный. Не измерительный прибор. Понимаете, это ваша личная. Да. Ваша личная. Вот я вам мы тоже за рулетку. Поверьте, я на каждое вам это, я найду 100. Отговорок, и поверьте, каждая моя отговорка будет подтверждена письменно, каждым нормативно-правовым актом. Добрый. Понимаете? Виталий Юрьевич. Бойченко Виталий Юрьевич. Год рождения говорить не буду. Это чтобы усложнить вам задачу, потому что так легко нельзя. Откуда вы сами, будь ласка? Город Герой. Могу я отказаться? Могу я это не говорить? Ну вот, я не хочу, чтобы вы так легко могли идентифицировать мою личность. Может быть. Мой сверстник. Да. Все, данные есть, выписали постанову, все. А потом мы, блядь, жахнем. Ой, я это вот слух сказал. 10 дней на обжалование, все. Не, ну видите, он извинился как бы. Ну конечно, я сказал, что я на пацана сказал, что я извинюсь, лучше, если не был про. Ну, разговариваем с вами не то, что на улице. Да не, нормально разговариваем. Да все нормально разговариваем. Все, все нормально разговариваем. Мы тоже на мягких лапах. Ну, рулетку все, о рулетке мы не будем речь вести, потому что я же говорю. Вы откуда, подождите, откуда вы знаете, что она показывает конкретно точно. Вот откуда вы знаете? Ну, вот и все. Вот когда вы мне покажете... Послушайте, когда вы мне покажете бумагу, о том, что... Не надо мне могу. Не надо, смотрите. Вот, не надо. Вот как раз вот вы вот... У нас тоже есть знакомый один полицейский, много задавал вопросов. Сегодня да, поэтому не задавайте много вопросов, понимаете? Полицейский получил от полицейских в управлении патрульной полиции по морду. От своего руководства. Так. Поэтому лучше своего руководства. А что у вас с брезговиками? Лично нет, но по-моему себе самое главное, ребята. Нет. Слава Богу. А что с брезговиками? Передняя ось транспортного, на передней оси транспортного засоба. А ну откройте, полицейский, откройте мне, пожалуйста, в ПДД, где? К самой конструкции транспортного засоба. Что такое конструкция? Вы можете ссылаться на нормативно-правовые акты? Вот можете? Я вам ссылаюсь на нормативно-правовые акты? Ссылаюсь. Ссылаетесь. Вот я вам объясняю, что когда вы останавливаете «Жигули», шестой модели или первой модели, неважно, десятка, «Ланос», то вы так настырно просите выписать... полицейский, я за всех. Вы за мной разговариваете на данный момент, как за всей полицией, я так разумею. Вот скажите, пожалуйста, вы в другой форме? У вас что, знаки отличия от других? Я не в иной форме. Нет. Вот и все. Форма. Вот и все. Одна структура. Вот и все. Поэтому то, что вы... Послушайте, я говорю так, потому что я в этом деле 5 лет уже, понимаете? Он то же самое, больше чуть-чуть меня. Только я больше чуть-чуть знаю. Понимаете? Потому что я потом скажу, кто я. Понимаете? Интересно было познакомиться. Просто... Честно говоря, дуже интересно с вами было познакомиться.
и пообщаться. Нет, конечно, ну, вы же понимаете, что я, ну, просто так не получится выписать постановление на Бойченко Виталия, вы понимаете? Что просто так. Даже если... Подождите, даже если вы выпишете его, вас можно так будет жахнуть, что вы даже не представляете. Я разумею. Я вас зупинив. Запитати до ваш державний номерний знак. Ви знаєте, є... Я не пішов до вас, не почав розгляд справи одразу перед вами запитувати. Під час руху транспортного засобу є багато дуже українських нюансів, які що може повлияти? То, що ладно, хорошо. Може ви навіть це не бачили. А може його украли? Може ж бути. Він мені не говорив. Він міг бути втрачений під час руху по автодорозі. Може. Я зупинив вас вказати на те, що у вас відсутній передній державний номерний. Послухайте. Постановою. І не було у мене такого. А ви думаєте, я піспугався вашого постановлення? Я з метою того, щоб вас оштрафувати. Як ви вважаєте, що тільки виписати постанову? Ні. Ні, ну на... Я думав, тому що транспортний засіб у нас не місцевий. З чого ви взяли, що він не місцевий? Ну, я його... Ви знаєте, що це автомобіль легенда? Раніше я тут не бачив його. Будьте часто тепер бачити. Ну, дуже добре. Будьте часто бачити. Якщо будемо чаще... Ну, це автомобіль легенда. Повірте, якщо ви мене будете часто бачити, ви просто будете молитися, хоч би я уїхав. Чому? Поверь. А я научитесь от вас. Нет? У него есть немножко, да, такой немножко. Можно научиться от вас тоже дуже багато. И це дуже багато приносите для нас. Я вам скажу, я сприймаю критику дуже, ну, позитивно. Я понимаю, що все може бути. Так же самое, ну, вік живий, вік учись, всі казали і кажуть. Послушайте, я за свою учебу плачу деньги. Вот, если вам хочется, чтобы я вас научил каким-то азам... До вас можно звертаться? Да, мои услуги стоят 500 гривен. Часть занятий. Сколько? 500 гривен. Ага, я понял. На правах 500 гривен. Да, 500 гривен. Да, пацаны, вот видишь? Вот реально. Вы можете показать чемодан? Конечно, могу все. Понимаете, у вас безвыходка. Есть... Инструкция 1395, вы ее знаете? Да. Что это за инструкция? Про складание административных материалов. Красава! Молодец. Так вот, скажите, пожалуйста, как эти материалы складываются? В письменной, чи в устной форме? У нас в устном ничего не складывается. В письмове. Так вы что, готовы нарушить 1395 и получить за это по шапке? А вы получите по шапке за 1026. Знаете почему? Это недорого, 10-26. Это что такое? Знаете почему? Почему? Потому что бодикамера у вас должна работать без ПРР вно. Блин, точно. Понимаете? Мне дальше продолжать опираться на какие-то цифры или не нужно? Мы будем заканчивать ролик? Клетки выше, ниже. Ролик тоже есть. Ну, конечно, ролик выйдет. Вы что думали, что просто так держу камеру? Да, нет, это самый позитивный, поверь. Вообще, вы лучшие из Сумской области. Мы сегодня такого видели голубя. Или как его? Не голубь, как его? Сорока? Ворона. Это кто? Подтягивайтесь сюда! Друзья, в общем, мы в Сумской области, город Тростянец, полицейские не смогли меня жахнуть. Поэтому вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а мы погнали дальше.